подготовить картинку для печати. На входе скан хорошего относительно качества. Вот, значит, то, как получилось. А вот то, как получилось до этого. То есть, получается, получилось в слое Таня получилось зернисто. А в слое не Таня получилось менее зернисто. Что можно посоветовать? Image Mode, Grayscale, переходить в Bitmap, Duotone, в общем, что нужно учесть, чтобы такой штрихованный рисунок почистить вот из этой исходной картинки. Спасибо.